Поздравления принимает Шнайдер Андрей Михайлович из города Дятлова. Просто замечательного человека, хорошего семьянина, с юбилеем поздравляет семья Кислых. От юбилеев не уйти, они настигнут каждого, как птицы. Но главное сквозь годы пронести тепло души, сердечности частицу. У вас сегодня юбилей, мы от души вас поздравляем. И в жизни главного желаем здоровья, счастья, радости и лет до 100 без старости. Когда приходит праздник в дом и собираются друзья, мы вместе сядем за столом, у нас без этого нельзя. И всем по чарочке нальем, и станет жизнь так хороша. А песню так мы заведем, а песню так мы заведем, что запоет у нас душа. Чтоб еще не раз плясать бы, как повелось у нас. А жизнь прожить, да чтоб не маяться, а полюбить, как не раскаяться. Эх, спеть бы, да чтоб еще не раз плясать бы, как повелось у нас. А жизнь прожить, да чтоб не маяться, а полюбить, как не раскаяться. Дедов и отцов, что не вернулись из боев, и наших милых матерей, и дом, и первую любовь. И льется песня, как река, она легка и глубока. Шумит веселье там и тут, шумит веселье там и тут, а ноги сами в пляс идут. Еще не раз сплясать бы, как повелось у нас. А жизнь прожить, да чтоб не маяться, а полюбить так не раскаяться. Эх, спеть бы, да чтоб еще не раз сплясать бы, как повелось у нас. А жизнь прожить, да чтоб не маяться, а полюбить так не раскаяться.